Я вполне ей доволен. Она оправдала наши ожидания. Будем приобретать себе данную технику. С 12 часов дня мы приступили к работе. На сегодняшний момент, ну, где-то, наверное, кубов 15 земли мы засыпали. Осталось совсем чуть-чуть. Рабочего времени у нас составило 4 часа. Вполне хороший результат. По управлению очень легкий, с тем учетом, что я первый раз ей работаю. Довольно-таки быстро разобрался. Да, иногда случаются какие-то ляпы в управлении, но если мы с ней поработаем несколько дней, то будем уверенно на ней, ну, уверенный пользователь. То есть я доволен.